Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и это Польза.нет стримы. В первую очередь, для чего они нужны? Для того, чтобы мы с вами встретились и пообщались по поводу какого-нибудь нового устройства, и при вас я в онлайне смог его прогнать. Напоминаю, что меня зовут Саня, основной канал Польза.нет, и это не основной контент, это контент в первую очередь для людей, которые максимально интересуются железками. Как я повторяю в обычных обзорах, которые тоже довольно занудные для многих, моя миссия максимально подробно рассказать вам об устройстве и помочь сэкономить средства. Потому что чем лучше и дольше копаешь, тем выше вероятность того, что ты придешь к решению не брать. Правильно? Я думаю, вам понравится, резюмирую к этому смартфону. Завтра будет полноценный обзор, может быть послезавтра, но обзор уже готов. Просто когда вопрос, я его открою. Если говорить про... Точнее, он не готов, на 90% готов. Завтра будет готов на 100%. Всем привет. Не забываем прожать лайк. Не забываем подписываться на канал. Заранее, кто там пишет, опаздываю, еще что-то. Прожарки – это жест доброй воли для меня и для вас. И в первую очередь для меня это альтернатива Твичу. Что такое Твич? И вы, я думаю, вы помните... Я гонял там в онлайне смартфоны для того, чтобы вы видели в реальности, в реальном режиме времени, насколько хорошо они могут держать FPS, как они сбрасывают яркость, насколько оптимизировано, потому что стандартные игрушки, под что они оптимизируются, разумеется, это Genshin, разумеется, это PUBG New State, разумеется, это какой-нибудь там ROV и... Wreckfest, ну что-то вот такое. Понятно, что это супер популярные игры, и вы можете спорить со мной сколько угодно и говорить, что игр на андроидах нет. Посмотрите в метро, посмотрите вокруг вас, даже косыночку люди раскладывают, а кому-то необходима моща для каких-то там шахмат, я не шучу. Если говорить про еще какие-то моменты, напоминаю, что основная философия канала – это попытка разобраться, что приобрести за какую-то стоимость, что выгодно приобрести. Основная моя миссия – покупая эти девайсы, рассказывать о них с точки зрения покупателя, а не с точки зрения рекламщика или продавца. Почему? Потому что, с одной стороны… Наверное, это не чистой воды блогинг, когда ты покупаешь и рассказываешь. С другой стороны, мне вот так комфортно. Я чувствую себя вольготно и могу вам рассказывать и показывать все, что я думаю. К слову, все, кто спрашивают, на чем я сижу, постоянно мой смартфон iPhone 15 Pro Max. Но несмотря на это, почти весь обзор на данный смартфон я снял на Samsung S24 Ultra в 4К в 120 FPS. Я снимал, посмотрите, может быть лучше вам понравится. Если вам понравится больше... Мне он очень неудобен, но ради камеры 4К 120 FPS я, может быть, даже с яблока и перейду. Вот. Ну и плюс он дешевле. Если потеряешь, не так печально. Вот. Если говорить про какие-то другие вещи. Начнем с того, что смартфон стоит по мне овер даже много. И я даже не хочу рассказывать вам про альтернативы. До такой степени бешеное количество... А у него просто такой безумный ценник в ритейле, что комментировать я и не хочу. Название, нейминг убивает. Я, кстати, его уже обозревал полгода назад. Это Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G. И не путайте это с Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 4G. И не путайте это с Redmi Note 13 Pro Plus Pro 4G, и не путайте с Redmi Note 13 Pro 5G, и не путайте, и вообще это какая-то дичь. В общем, кручу-верчу, обмануть хочу, но у нас получится с ними разобраться, и мы решим с вами, стоит этот девайс своих денег или нет. Спойлер, я не уверен, что мы 100% сможем прийти к какому-то выводу, я не понял, для чего и для кого они его выпустили. Напоминаю, что канал... существует благодаря вам, но вот именно стримы от вас зависит, буду я продолжать прожарки или нет, и рано или поздно может оказаться здесь ваш смартфон, поэтому лайкаем, подписываемся и начнем. Начнем мы с чего? Начнем мы, кстати, один раз я прогоню его в 3D марке, потому что греться здесь прямым текстом нечему, хотя здесь и стоит Dimensity,
он такой не напрягающийся, что я не считаю, что есть смысл его гонять, чтобы он грелся. Потому что греться здесь... Но если он нагреется, это прям будет что-то с чем-то. Здесь нечему греться. Приветствую, Николай, Виктор Чо, Ранга, Красава, Рамзес, Игорь, Максимус, Руслан, Дрим, Илья. Ну, во-первых, всем, кто... Дрим, ты рассказывал про Honor Magic 6 Pro. Вот он, Honor Magic 6 Pro. И я его купил за 81 тысячу. Это китайская версия, русский язык на борту, гуглы на борту. Я не понял. Я не понял насчет цен, мне, в общем, не важно. Мне не важно это все. Я слишком глубоко проник в технику, в ее стоимости, как мне будут писать, где ты купил? На Алиэкспрессе. Ну и если не будет на Алишке, будет тема как с Huawei, что его будут просто скидывать, потому что никто не будет покупать на каких-нибудь маркетплейсах с баллами. И сможете вы выгодно купить, если это вам надо будет. Но не будем о грустном. Будем о Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Что у нас здесь есть? Здесь, разумеется, 120 Гц экрана, на 6,67 дюйма у нас лопата. Она не такая огромная, но смартфон, и правда, относительно даже собратьев массивный. Это 15 Pro Max. Это ультра, но она в чехле. Чехол приличненький. То есть, по большому счету, это такая блямба, которая немногим меньше, чем S20. 4 ультра. Скажите, вот ты разносил в обзоре S24 ультра и такой говоришь на следующем стриме. В целом, в общем, ужасный смартфон, но я на него делаю подсъем вместо яблока. Вот такая вот беда, когда ты используешь смарты для съемки. Но к чему это все? К тому, что этот смартфон обладает 120-ваттной зарядкой, которая, к сожалению, почему-то у него не шутя, быстро его у меня не заряжала. За 19 минут на 76%, за 27 минут на 100%. Ну, не очень быстро, но быстро. Ладно, это вам не час 20 S24 Ultra. Если говорить про бенды, здесь и 7, и 20 есть, и 3 тоже есть для 4G. А по поводу гуглов, гуглы, разумеется, есть. Это глобальная версия. Разумеется, русский язык, разумеется, минимум китайщины, но есть реклама, так как это Xiaomi-шки. Вот, если говорить про какие-то особенности, вы ждете от этого девайса чего-то космического, я убиваю свой стрим и говорю, что он снимает в 4К 30 FPS, потом вы смотрите на стоимость в ритейле, вы смотрите на стоимость на Алишке, потом смотрите опять на мой стрим, потом опять стоимость на Алишке, потом смотрите на стоимость в ритейле и говорите, чего? Чего? Ну, это примерно так, это как мне говорили, у тебя были какие-то эмоции на стриме, а ролик обычный. Да, поэтому я разделяю контент. Потому что здесь могут быть эмоции. Мы же общаемся, у нас как тусовочечка. Огромное спасибо всем, кто пришел. Вас безумно приятно видеть. Honor Magic 5 за 43 норм или нет, я не могу сказать. Потому что я вообще против Honor и Huawei. Вы потом столько скидывать будете для того, чтобы это дело магическое продать. Которое, беги покупай. С другой стороны, вот смотрите, на китайскую версию почти обзоров не было. А сейчас на глобалочку набежит народа просто. Будут все... Вау, какой классный! Ну, почему, я думаю, вы прекрасно понимаете. Потому что начнут работать региональные бренд-менеджеры. Я повторяюсь, я купил его на Алишке. И этот, но этот я купил очень дорого. Редмики, они вообще, говорю, у них какой-то рандом. Это как с Пока было, они не продали в одну распродажу, они не продали во вторую распродажу. А потом, помните, Пока M6 Pro, они по 12 тысяч продавали по ссылке. Телеги скидок можете посмотреть. Poco X6 они по 18 штук продавали, хотя курс доллара ушел вверх, точнее курс рубля ушел вниз, а доллара относительно рубля вверх. И логично, что... и Poco X6 Pro за 24. То есть логично, что с этим делом будет примерно то же самое. Они продадут бедному ритейлу нашему, который выставят какие-то космические ценники, потом посидят такие, а у нас остатков-то много. Тем более мы в Китае их продавали уже очень давно. А это то же самое, глобалка просто. И, короче, давайте сделаем нормальный ценник. Я прям в них уверен. Но не факт. Не факт, потому что я до такой степени
безумное количество раз нагревался с этим ценообразованием. Я одно знаю, что чем больше негативных обзоров на YouTube, тем дешевле становятся смартфоны. Да, Red Magic? 6 Pro, посмотрите. Ой, 9 Pro, посмотрите, почем они. И благодаря это вам, вашим просмотрам. Я прям уверен, потому что так дропнуться цена не могла просто так. Либо реально люди получили, они у них окирпичились, они начали везде писать, что это за шлак. И в итоге Red Magic стоят очень даже адекватных денег. Я думаю, месяца полтора еще каких-нибудь погибнет там на форумах детских и на форумах игровых попишут, и все будет good. Вот с этим смартом то же самое, смотрите. Уже включил я эту актеришку своего, отключил его, и объективно 4К 30 FPS максимальное разрешение для съемки видео на основной модуль. За эти деньги, ну, как бы, а к чему? К чему это все? Вы мне сейчас скажете, я вообще не камеру покупаю. Ну, хорошо, моща, вы посмотрите, здесь даже миллиона баллов в Antutu нет. Ну, это стёб, это просто стёб. Ты смотришь на iQOO Neo 9, на Snapdragon 8 Gen 2, и на эту штуку, и такой, что? Вы, у вас все в порядке, Xiaomi? Или на Poco X6 Pro смотришь, и на эту штуку, и не понимаешь вообще, а как так могло произойти? Или на Poco X6, ну, я говорю, чего? И я раз 500 на него смотрел, и такой, ну ладно, ценник, может здесь рамка металлическая, но она же не металлическая, антенн нет. Ну то есть, как бы, я не знаю, как его пихать, ну вот как, я даже обзоры на него не смотрел, я честно не смотрел на него обзоры, вот. А к чему это все? К тому, что не забудьте прожать лайк за труды и написать в комментах, на что еще сделать обзор, и тогда я сделаю прожарку вам вот этого дела. И вы узнаете о нем до того, как вы увидите вот эти вот фейерверочные обзоры, которые, вау, какие фотки! Вы можете, кстати, исходники на Honor 6 Magic Pro, на Honor 6 Magic 6 Pro, уже с двумя обновами, и на Honor Magic 6 скачать в моей телеге. И я, в общем, пришел к выводу, что у меня фотографий будет много, плюс я еще буду давать эти смарты друзьям, пусть они ходят, тоже фоткают. Кому надо, можете зайти, скачать разные форматы, начиная с портретных фоток на Honor Magic 6 Pro 6. Я налупил там портретных фоток, никому не понравились. Друзья, вот она реальная жизнь. Понимаете, когда вам надо продать портретные фотографии, то есть человек садится такой, студия, свет, все дела, конечно, у тебя будет отличная фотка. Так ты можешь с фотоаппаратом в студии вот с этой вот блямбой, как у меня FX3, взять и фоткать с портретным оптикой. Тебе, нафиг не нужен смартфон. А если вот портретная съемка репортажная, когда ты на улице... Друзья, вот это дело так не работает, как кажется. И телевики убогие, кажется. Вот она реальность. То есть Саню, как говорится, меня, хорошо, в третьем лице некрасиво, меня довели, я теперь буду делать портреты. И вот расскажите мне про вот эти вот супер-супер фотки. Да, напомаженный, под светом лампа, красивую девочку посадить, ну как бы будет круто у всего. Но будет круто и на фотик, и побольше крутости будет. А на улице для чего нам смарт? Чтобы фоткать все это на улице в режиме реального времени из разряда бог-бах-бах. Вот. Короче, пробило меня. Я думаю, вы идею поняли. Меня довели. Молодцы. Я говорю, каждый раз вот это вот кто-то раскачивает свою фан-базу, чтобы фан-база потом приходила хейтерами ко мне и такие, делай это. Ну окей, делаю. Там, не знаю, с игровыми процессорами какими-то. С Samsung S24 этим днищем разбирался. В итоге две ночи не спал. Они выкатили обнову, они еще сломали, что он в Genshin выдает 60 FPS, окей. А в PUBG New State сломали так, что он выдает 28. Ну что? Довели, хорошо, буду и с этим. А младшего брата обычную шестерку. Антон... Они решают очень много бабаев по поводу баллов в Antutu. Смотрите, где баллы в Antutu работают. Вы понимаете, что это моща во всем. В обработке фотографий, в обработке видео, в игровых задачах, в задачах по монтажу, в даже просмотре фильмов. То есть, если вы скажете, что Antutu, баллы некорректны, я вам скажу, 2 года назад 400 тысяч баллов в Antutu у вас оболочка нормально работала. Сейчас прорисовывать 120 Гц, оболочки-то становятся тяжелее и сложнее. Да, они чисто технически становятся легче.
То есть они сжимаются более эффективно, но они от этого более, но от этой плавности, вот почему, опять же, вы можете изменить интерфейс и отменить, допустим, в многих смартфонах уже есть такая тема, что ты меняешь плавность. Потому что плавность влияет на скорость. Много чего влияет. 92.2.0 настолько плохо, это же МТК. Там была секретная настройка, не каждому, как говорится. Алексей, да. Притом ее нужно было в разное время, в разном месте включать. И если ты включаешь ее где-нибудь в магазине Samsung, вообще великолепно все работает. Обожаю Samsung. И говорю, так, такого спама у меня вообще никто там, кроме Tech, на эту рекламу не пытался. Вот еще Samsung прям бился. Не бейтесь больше ко мне. Говорю, я как чувствовал, что там какая-то подстава. С шимом и еще и с играми. И колонки там. Ну что, 80% уже. Уже 80. Так. Куда Техно бился? Илья, Техно не просто бьется. Техно мои любимые друзья. У меня рекламные обзоры только от Техно, по-моему, 2 года. А, ну еще было от Сбера. Колонка сберовская. Какие у меня еще рекламные обзоры? Intel. Ну, Intel это Техно. Текно. Ну там народу последний обзор, в общем, как я понял, на Текно. Хотя он нормально его смотрели. Он не понравился покупателям. Точнее, там вообще блогеры отписывались. Что вот рекламный обзор, он облизывал. Это теперь отвращает от этого устройства. А вообще смарт нормальный. То есть теперь уже... Ну и в общем, как я понял, Текно сломались и больше не придут. Ну не придут, значит не судьба. А вот, а Intel будет. Это все одна контора. А к чему это? К тому, что, видите, неважно, что я о них говорю. У них отработка своего номера. Я вам скажу, что, повторяюсь, вот каждый стрим, что чем больше я делаю контрактных обзоров, тем лучше на них подписываться. На все контрактные обзоры, где вот это 8 минут бреда, такие лай-лай-лай, самая высокая конверсия. CTR 7,6, кто понимает. То есть, проще говоря, этот ролик смотрит в минимум в 2 раза лучше, вот этот вот техновский последний, чем любой другой на канале. В 2 минимум раза лучше. И подписываться на него в 3 раза лучше, чем на любой другой на канале. Но это вот это сюр Ютьюба. Это к вопросу, почему так Вилсакомы делают рекламу еще. Вот почему. Потому что людям неохота включать голову, им прийти, вот посмотреть эту картинку так быстренько, так класс, беги. И он такой, да, мне вот то же самое втирали в магазине. Мне очень понравился. Что именно, Антон, понравился тебе? Вроде норм обзор был. Окей. Смарт только не норм. Ну, относительно все. Так, убираем сразу анимацию. Да, все убираем. Привет, не нашел прожарку 7-го рога на канале. А вы посмотрите, сколько канал существует. Я говорю, я еще пока не решил, стоит ли его продолжать. Но вот объективно все зависит от вас. Вы будете приходить, будете ставить лайки, будете писать в комментах. Вот вы даже если хейтер, даже не хейтер, окей, по-другому. Если вот вам ровно на это дело, но вы иногда заходите и видите свои модели, которые интересуют. Вы поставьте этот лайк, напишите продолжай. Потому что, ну, мне проще в это время сделать какой-нибудь обзор. Честно. И перед вами гонять еще раз Antutu. Я очень рад вас всех видеть. Но я должен понимать, что вам это надо. Потому что я делаю очень много того, что надо только мне. Вот это мне надо, но именно с точки зрения, что если будет, вам надо. То есть это вот для аудитории. Если основной канал для меня был, есть и остался. Если лайв-канал, чтобы показывать прувы, как работают эти основные модули, то стримы я выделил отдельно, чтобы здесь было комфортно. Приходили только те, кому интересны те или иные девайсы. И я вам безумно благодарен, что вы интересуетесь железками. Потому что в этом безумном мире, я говорю, мне последние 2 дня вообще ломало. Я думаю, что все прекрасно понимают, что количество событий, которые происходят вокруг, оно запредельно. И вот вокруг безумия, это островок супербезумия. У нас, повторяюсь, нет политики, новостей. Чуть-чуть Техно и религии никакой.
То есть у вас она есть, я вас уважаю и за ваши политические взгляды, и за религию, за все уважаю. Только мы здесь это не обсуждаем, потому что нас слишком много, и мы слишком разные. Вот. Брать сам с UFS 3.0? Нет. С UFS 3.0 не брать. Брать только на UFS 4.0. Ивань Бучко, я не помню. Для меня, вот честно, очень классные динамики у Яблока. Чуть-чуть неплохие, чуть-чуть не дотягивают у Samsung S24 Ultra. А те, про которые вы говорите, смартфоны, они не запомнились мне. То есть я говорю, ну нормально, ничего не хрипело, никаких каких-то глюков не было. А... Вроде. Я говорю, ну меня коробит сама мысль. Вот эта вот колонка, ну, утрированно, звучание убогое. А вы понимаете размер? А от телефона ты, ну, когда ты обозреваешь колонки, вот из себя выжимать, а, я скажу, что ни там неплохое. Его элемент 13T, если вы готовы похимичить, смотрите, батарея потратилась на 0%. Это как? 0% потраченной батареи, 0%. То есть, как было 100, вы ощущаете, как они сотку делают? 10 пальцев берет. Если говорить, смотрите, по каким-то особенностям. 3D Mark, я сейчас вам покажу, вы очумеете. Вы просто очумеете, потому что телефон 98,6% устойчивость. Вторая проверка 24 Ultra будет позже. Дайте я на него пару обзоров сниму, и чтобы... Говорю, вот... Вы не смотрите, не слушайте, хейт, не хейт, не относитесь к этому супер негативно. Я своим хейтом, я вам слово даю, сбиваю цены. Если не в магазинах, как минимум на Авито. И мой хейт, он обоснован. Это не хейт, это критика. И чем больше недостатков ты выявляешь, тем меньше количество людей готовы покупать этот девайс за эти деньги. То есть при любом раскладе, ну, если я не вру, я не создаю никакого вреда. От вас это только, ну, вам только плюс. Я говорю, посмотрите, как. У нас опять ботов накидывают, или это все друзья пришли. Давайте попробуем еще разок сделать опрос. Стандартный опрос. Не нервирует, когда ботов присылают. Ну и ладно. Будет, если 100 человек в онлайне. Ответьте, пожалуйста, если вы в онлайне. Не забудьте прожать лайк. Потому что боты пока не умеют отвечать. 5 секунд. Не-не-не, сейчас я добавлю опрос. Я не вижу смысла накидывать. Вот мне также реакции накидывают и на стриме людей. Опрос для того, чтобы понять, сколько у нас на стриме ботов. В прошлый раз нам накидали 2000, я вообще не, я не понимаю, для чего. То есть человек тратит время и средства, ну окей. Просто по количеству голосов мы поймем, есть нас 100 человек или нет. Либо второй вариант, 100 человек в онлайне. Мне кажется, никому не накидывают ботов, кроме меня в сети. Или я не прав? Потому что обычно ботов покупают, чтобы людей больше приходило на стримы. Мы боты умеем все. Иван Костенко, да вряд ли. А Крамер в прошлый раз как раз оказалось, что боты не умеют реагировать. Но лайков 100 человек набрали. Так, сколько баллов в Antutu? 700 с лишним тысяч. Так, и смотрим. ЦП 72.2.0 Ультра. Если говорить про систему, давайте-ка покажу, что здесь все обновлено. Ну все, 1% сдернулся хотя бы. Можно еще разок в Antutu прогнать, потому что 0% это какая-то дичь. Как раз обсудим еще что-нибудь. Это вот какой емкий процент этот, понимаете, последний. То есть насколько неравномерно показывает зарядка. Саня не любит YouTube. Почему? Боты не бесплатные, нет. Это всегда головняк. Я очень сильно удивляюсь.
для чего их делают. Ну, то есть, мне от этого выгода. Единственное, мне, ну, как бы, меня, в принципе, нервирует это дело. Это как я в телеге скидок бомбанул сегодня, сколько там, 300 человек. Я, наверное, еще 1005 бомбанул неактивных. То есть, я подключал бота для того, чтобы почистить телеги. И по мне лучше иметь меньше по объему какую-то социальную медиа-штуку, чем больше. Ну, вот мне комфортнее так. Потому что всему надо соответствовать. Вот. То есть я в моем мозгу соответствую каналу в 300 тысяч подписчиков. Прям вот мне за глаза. Живой и настоящий. Нет, видите, 85 голосов. Это значит, что примерно половина обычно в фоне слушает. Потому что у нас 101 лайк. Не забываем, кстати, прожать лайк за труды. Вот. Ну и я чаще всего не все реагируют, разумеется, на вопросы. А можно ли топ-триммеров? Да я, у меня у самого в голове нет топа-триммеров, чтобы вам сказать топ-триммеров. А, кстати, я покупал еще всяких штук под названием антистресса и сделаю скоро по фану топ-10 шортсов вот этих вот штуковин. Могу вам показать. Ну, их больше. То есть я накупил много, как ножей, помните, маленьких? Абсолютно бесполезно. У меня такая штука, мне недавно сказал, кстати, очень мне близкий человек, что я слегка больной, что если я что-то хочу, то мне лучше сначала ничего не получать из того, что я хочу, чтобы потом расхотеть. Я очень много вещей, которые хочу, потом не хочу и все. Не считая мобилок. Вот мобилку, если я какую-то хочу, то я, скорее всего, куплю. Процентов 95. А еще из того, что я куплю, это Сонька, которая... маленькая, дешевая, за тридцатник. Потом Red Magic, может быть, возьму еще Pro, не Pro Plus. Pro Plus я уже обозревал. И Варган хороший антистресс. Ничего не понял, но окей. И к чему это все? К тому, что вот, левую руку развивать. iQOO Neo 9 Pro за 43. Мне 9 Pro вообще не понравился. Нет, это не зажигалка. Я же не курю, откуда у меня зажигалка? Так, все, мне уже достали эти очки. За умного все равно не пойду. И второй раз сейчас он прогонится быстренько, если он не зависнет. Не, не виснет. Кто-то помочь хочет, но наш народ даже в добрых поступках видит отрицательно. Алексей, нет! Просто каждый сверчок знает свой шесток. Меня полностью устраивают алгоритмы YouTube, меня полностью устраивает мой канал, что один, что второй, что третий. И полностью устраивают мои телеги. Мне не надо помогать. Вам очень много блогеров может рассказать, что кому-кому, а мне точно помогать не надо. Я сам себе не хочу помогать, потому что и так все хорошо. Азбуса продана, но... я готов сейчас купить еще один Asus 8 Pro, но на Tencent. И погонять его с кулером. И не пишите мне, что я больной, и что из-за 10 тысяч просмотров я готов это делать. Мне вот, говорю, если ты делаешь... прикиньте, у меня 6 лет канал. Я каждый стрим это объясняю. Попробуйте делать каждый день обзор. А 2 обзора, а 3 обзора. Каждый. Меня... покупать это. Контролировать получение. То есть сейчас не все посылки я получаю. Выгружать даже. Хоть один человек, кто хоть раз выгружал ролик на YouTube и оформлял его, понимает, что такое ежедневная выгрузка одного-двух роликов с оформлением. И я не накидываю сейчас прям себе, что эпичность, а просто эта штука, она берет у тебя силы. Вон, смотрите, человек просто не устает. Да, мне кажется, что боты не бесплатные. Ну, хорошо. Кстати, чтобы вы понимали, когда ботами докидывают людей, YouTube потом не засчитывает, но технически видно, что в тот момент, когда их подкидывали, через какое-то время добавлялись через рекомендации другие люди. И, ну, это как ты заходишь на стрим, видишь 1000 человек в онлайне, и ты интересуешься, правильно? Двойник. Он без теста. Вот то, что с кулером показывали вам тесты, у меня без кулера он лучше прошел.
Я же делал обзор на 8 Pro. Там человек продавал Red Magic, который вообще не проходит тесты никак. Каждый день по обзору это с ума сойти можно. Написать текст столько сил. Дмитрий Гордиенко, вот ты в теме. Нет, руку набьешь, будет легче, но просто-напросто это от монотонности и однотипности. Если не любить эту штуку, то, ну, как бы... Хотя, опять же, у каждого свое. Как мне скажут, ты на завод походи. Я ходил, грузил вагоны несколько месяцев, каждый день. Единственный, кстати, из всех грузчиков. Поэтому стал бригадиром. Служил я каждый день. ПХД, выходные, минимум 9 нарядов в месяц, 20 лет. Как бы, не рассказывайте мне про сложности. Понятно, что у кого-то они намного больше. У кого нет электричества, там, еды, воды. Экран с вогнутым экраном. Да, есть такое, Диана. Привет, Диана, вы дошли? Вы нашли теперь этот канал? И там прикол в том, что там есть фишка, что надо настраивать уровень игры. Типа первый левел, второй, третий, максимальный. Это типа производительность. Двойник у Asus ROG Phone 8 Pro. И так все великолепно, хорошо. Прям в стоке. Без всяких кулеров, без всяких проблем. S4 Plus прожарка будет не раньше, чем 9 марта. 10 скорее всего. Как телефон себя ведет? Ну, пока все хорошо, просто меня напрягло, что в 3D, в Antutu он показал потрату всего в 1%, но это бред. Михаил ТВ, что тут происходит? Мы тестируем в онлайне смартфоны для того, чтобы потом я использовал это как аргументы, и вы тоже потом при покупке аргументы для себя или для друзей, при покупке тех или иных смартов. И чаще всего, да, не очень сильно наши тесты, которые мы проводим в онлайне, отличаются от того, что показано на YouTube у других блогеров. Но они проводят их не в онлайне. Говорю, яркий пример — это Asus ROG Phone 8 Pro. До какой степени его, не знаю, там, в печь какую-то запихивали, чтобы он плохо себя вел даже с кулером. Мы его гоняли в онлайне, он показывал суперские результаты. Ты просто делал прожарку, говорил, что FPS упал. Вот к чему. Это ты про что? Про Samsung? Какие настройки? Как меня убивает вот эта вот тема с настройками? Друзья, вы должны четко понимать, что если у вас есть смартфон, то он должен работать в играх. Вот iPhone здесь есть, вот лежит iPhone. Вот ты в него заходишь... И играешь. Вот тебе не нужны игровые настройки. Тебе нужны игровые настройки только для того, чтобы, не знаю, оповещение отключить. Все. Думаю, 13T... Это Redmi взять. Что можете? 13T... Я бы взял 13T. Вот и еще много чего. И OnePlus Ace 3, и OnePlus Nord 3, и, не знаю, там, Poco X6 Pro даже, и еще много всего, но только не этот смартфон. Только из-за того, что у него какой-то ценник, я вообще его не понял. Я вообще его не понял, за счет чего они выставили такой ценник у Redmi-ка. То есть это не чистый там Xiaomi 13. Иван Будько, я именно Redmi Note 13 Pro... А, 5G? Нет, не... Это Pro Plus. Подожди, а здесь у нас, да. А я его не купил. Так, сейчас, кстати, помечу, что мне надо его купить. Я запутался, когда я покупал. Надо, нет, Redmi Note 13 Pro 5G покупать, друзья. Напишите мне, пожалуйста. Давайте прямо сейчас купим. Нет, сейчас не буду, потому что нет распродажи. Распродажа будет, не знаю, 27-го, по-моему, начинается. Но не у всех. Redmi Note 13 Pro. 13 Pro. Я 4G обозревал, а это 5G. Да, Redmi Note 13 Pro 4G. Притом китайский стоит на 50% дешевле. Давайте-ка я, наверное, китайский куплю, нет? Почему? Global ROM здесь есть, нет? Подождите, а я его не обозревал? Я его, по-моему, обозревал. Я разве не обозревал Redmi Note 13 Pro 4G? Ой, 5G. По-моему, обозревал. Просто китайскую версию. Какого цвета? Черный, голубой, белый. В
Еще белый. Окей. Вот прямо их там 6 штук, по-моему, вышло. Я купил 4 глобалок. Да, я, получается, 4G покупал. 4G Global. А обозревал я 5 секунд. Я его обозревал уже. Я его обозревал в китайской версии. Сейчас я вам скину. Можно? Я думаю, особых проблем не будет, если я сброшу в чат то, что мы уже обозревали. Буквально сегодня, с вчера выкатили глобалку Xiaomi 14 в базе за 100 тысяч рублей. Китайской версии ближе. Но... Нил, привет. Сын дошел до стрима. Зачем народу, который разговаривает по-английски, смотреть в онлайне мой стрим? На каком сайте покупаете смартфоны? Везде. В основном на Али. Иногда на Авито. Иногда в Мега. Понятно где. И потом мне присылают не то, что надо. А что жене взять, если нужна камера и автономность? Самсунги. S24 Ultra. Вот. I have challenge. I must speak English. Сын. Ему надо 11 лет ребенку дал, видите, админа. Все, все, понеслась. Ничего плохого, главное, не делает. Сань, какой смарт до 40 тысяч лучше в плане камер? Для чего? Для фото или для видео? Если для видео, старенький iPhone. Может быть, S23 какой-нибудь. Какой-нибудь S23. Подскажи, S23, S24 одной рукой открыть. Не! Не-не-не, S24, вот смотрите. Ну это жесть. Вот, вот моя рука. И вот, не знаю, планшет. Это планшет просто. Вот S24. Вот. Понятно, у меня ладонь небольшая, но у меня рост 182 сантиметра. Ну и как бы я не совсем мелкий. Я был 76 килограммов и остался 20. Я 23 года вешу 76 килограммов. Плюс-минус там 2 кило зима-лето. Вот. Но лапы небольшие. То есть вот он, Redmi Note 13 Pro Plus. 5G. И вот рука. Притом яблоко меньше. Яблоко реально удобно держать. Но вот мне сегодня по съемке 120 FPS и 4K у Samsung понравилось больше. Но вопрос, как это все дело будет отрабатывать в видеоредакторе. Добрый вечер. ROG Phone 8, 8 Pro упадут в цене или поднимутся со временем? Ну с чего они? Все железо падает в цене. Почему они должны подняться? Они подняться могут только в одном случае. Если у нас с 1 апреля лупанут порог в Российской Федерации выше, чем... смотря где вы находитесь. Если вы в России, они могут таможенный налог поменять. Но опять же, у вас останется Авито, у вас останется возможность все это дело заказать каким-то образом, чтобы вам отправили как гифт. Понятно, потом могут накидать вам, как мне бывало накидывали по стоимости. Но, Сань, привет, какую мобилку посоветуешь? X3, возможно, придется разблочить. Нужно будет мозг включать. Neo 9 нравится, но это китайские версии. Много всего другого. Польза нет, основной канал. И плюс еще вы можете в описании увидеть, кстати, канал со скидками. Мою личную телегу. Болталка в телеге. Вот 4-я ссылка сверху. 1, 2, 3, 4. 5-я. Вот там мы общаемся по поводу девайсов. Какие стоит покупать. Нет, Pixel 7a, ну сколько ему? 2 года? Вы серьезно? Какую еще вы древнюю модель вспомните? Александр Шурин, да. Ну нет, но вопрос, если вы 120-килограммовый мужчина, у которого лапа как мои две, то да. Но в противном случае, если нет, ну давайте. Окей. Опять же, почему я ною по поводу... Ну вот, вот моя рука, вот вам сантиметр. То есть от указательного, от безымянного, от среднего пальца до конца ладони 188 миллиметров. И мне некомфортно. У меня не супер длинные пальцы, но и не супер короткие. Но мне некомфортно S24 Ultra использовать. Не на, да даже на подсъем не особо комфортно, но он все равно классно снимает.
Так, вот здесь уже мы чуть-чуть победили. Чуть-чуть победили, потому что он съел хотя бы 3%, да? Сколько? 4%. Все. Ну, не 1%, как... Вот видите, эти 4% равны проценту с 99% до 100. То есть соточки не стоят. Александр Шурин, тогда вам будет он большой. А Карасев, привет. Что-то такое, привет. Меня в болталки кинули, только зашел туда. Все бывает, так сказать. Пишите какому-нибудь админу. Здесь админов море. Если оно вам надо. Как меня там в других болталках называют? Лесники. Я не знаю, почему, кстати. Почему лесники нас народ называют? Нашу болталку, которой много-много лет, к слову. У нас там 17 тысяч человек. Ваше здоровье. Так, я думаю, банкет. Вот серьезно, очень тяжело. Я сейчас объясню еще, почему. Нагнали в онлайн людей, и я не понимаю, сколько сейчас в онлайне. Не 100. Не забываем прожать лайк. Если кто-то кинет донат, напишите, чтобы я на него ответил. Но я и так отвечу на ваши сообщения, поэтому единственное интересное сообщение надо поменять на чат, на общее. Давайте начнем с хорошего. Что есть здесь хорошее? Вы сейчас поймете, о чем я. Экран. Экран, он здесь очень даже неплохой. Экран, яркость, дневной режим включаем. Но мне кажется, что он, может быть, нагрелся от антутовских. Да, он, скорее всего, нагрелся от антутовских приколов. Мы чуть-чуть подождем. А пока я покажу менюку. Окей. Можно, кстати, уже поменять рука-лицо, да? Как народ приходит и жалуется, почему я вижу твое... Потому что канал мой. Почему вы видите? Вот это меня вообще убивает просто. Почему я вижу твое лицо? Потому что мой канал. Идите на другой канал смотреть на другие лица. Опять уже 1000. Ну... Нет, кот, скорее всего, нас больше сотни. Меня только это интересует, а все остальное мелочи жизни. Смотрите, настроить частоту выставляем 120 Гц. Разумеется, приложение, использующее частоту, мы выставим сейчас PUBG New State, потому что, скорее всего, видите, Genshin сам выбирает, ROV сам выбирает, и Wreckfest. PUBG New State дает 120 FPS, по идее. Дальше мы, пока он все равно отдыхает, идем в расширенные настройки, выбираем для разработчиков. Сначала я покажу вам Bluetooth-кодеки. Кстати, вот насчет Bluetooth-кодеков, вы зря, что я зря показываю, потому что, во-первых, мало кто показывает, во-вторых, люди, которые используют наушники какие-то, если у вас там нет кодека LHDC, ну, а смарт сам вы покупали, там, не знаю, за 30 тысяч рублей, а это дело стоит там 30 тысяч, у вас наушники могут быть. Galaxy AI, ты встал на сторону зла и моего сына, прожарка камня. Так, тихо. И вот. Так, все. Вроде все. Пульс, давайте пульс измерю. Ни разу не измерял. Каждый стрим измеряю. Палец сдвинулся. Довольно рандомно он показывает, ну ладно. Режим предприятия не надо, а вот для разработчиков мы выставляем стандартно. Герцовку, помните? Частота обновления, тихо. Улетел. Как со звуком? Все ли в порядке? Все ли всех устраивает? Или есть претензии? Оно не снимает в 4К 60 FPS, и поэтому меня бомбит. Почему такой ценник? Почему? Почему? Так. Потребление энергии. Внутренний счетчик. Не, внутренний счетчик нам и так хватит его, правильно?
А зачем нам current mode? Нам не надо это дело. Не, наверное, отключить надо это. Стоп. Здесь стоп, старт. Все. Почему 320? Что это такое? Ланчер. Ладно. Все и так будет норм. Так, все, смотрим. Яркость, автояркость и переходим в игры. Не такой супер блатной смартфон, чтобы его гонять 550 часов. С одной стороны, с другой стороны, для кого-то он будет как раз супер блатным. И да, если ты кому-то делаешь, кто-то это смотрит, кому-то это надо. 700, ага. Местами 770 люксов. Отключаем дневной режим. И остается 770 люксов. Вот магия дневного режима. Ничего не поменялось. Ладно. Теперь измеряем шим. Как мне говорят, надо в яркости, на люксах, расстояние метр делать. Так, видите, да, 4%, 6, 9, 10, 17, 15. Не, нормально все. Вот как раз... К вопросу, как должно быть. У Samsung в этом положении 40. У S24 Ultra. Цена вообще смех. Производители в средний сегмент поверили. Я не знаю, чему они там поверили. Они поверили, мне кажется, в рекламу в свою. Очень сильно зря. Так, яркость. Дневной режим. Автонастройка. И штатный наш подход. 1.7 легко. Вы помните, что происходило с Samsung, как его мучило на прошлой прошивке? Чтобы вы понимали, окей, что можно покупать не только флагманы, и все равно у вас будет все окей. Вот смотрите. Яркость дисплея. И бесит меня в первую очередь дисплей у Samsung, потому что непонятно почему. Мне сейчас скажут, что ты можешь настраивать цвета где-нибудь там. Но вот где-нибудь там пусть они сами настраивают. То есть S24 Ultra благополучным образом, вон он, 1500 выдает. 1600. И зеленит. Ладно. Пожаловался я на S24 Ultra. Теперь еще раз похвалим Xiaomi за быструю отработку яркости. Ощущаете, да? То есть, с одной стороны, я бью didn't drink too many letters. didn't drink too many. Так, дневной режим можно отключать, не вижу в нем смысла. Вот тоже. Давайте посмотрим, что он там покажет у нас на YouTube. Тихо. Показывает, точнее 60 герц экран и FPS скачет. Ладно, все это мелочи жизни. Мы переходим в New State и здесь 30 минут гоняем его, да? 30 минут здесь, 15 минут в New State, в PUBG. 30 минут в PUBG, 15 минут в Гене и 15 минут, может быть, еще в Diablo, да? IPS нет вообще, да. Только у нас нет почти смартфонов на IPS. Какой там IQ 8S последний был? Так, топ-флагман всем интересно. Юрий Лужков, еще раз, это делаю не я. Я понятия не имею, зачем накручивают ботов на YouTube. Ну, человек накручивает, чтобы меня побесить. Вот я сейчас прошу не накручивать. Но человеку все равно. Ну, окей.
Хотя, опять же, любой на... в сети объяснит, что мне очень везет, что у меня кто-то бесплатно накручивает ботов. Это не совсем простой и не дешевый процесс. 90 FPS, ультра высокая, включена по умолчанию. Врубаем. The game is about to start. Серый код, да. Ни одного среднячка на IPS, да. Вообще ноль. Так сам с интеллектом его фонарем не обманешь, да. Он сам по себе работает отлично, но как только он меня видит и определяет, такой не. Не забываем прожать лайк, все, кто пришли. Огромное спасибо за поддержку. По лайкам можно определить, сколько здесь в онлайне. Скорее всего, у нас человек 150. И это очень хорошо. Назов Майнкрафт с топ-шейдерами запустить, мне кажется, будет сразу железо. По мне не кажется ничего. Вот когда будет день, будет пища. Пока мы не его тестируем. Я не совсем понимаю вот эти вот проседалово. Но он показывает 88-89 FPS. Хорошо. Но он, кстати, начал сразу греться. Так, давайте до того, как я начну игру. 93, у меня ощущение, что он уже сбросил. Может быть, я не прав. Я надеюсь, я не прав. Но ощущение, что он... Что за лабутень целый день? Так, старт. И... Может быть такое, что он уже сбросил яркость? Не, не может быть. Нет, сбросил. Видите? Вот, сейчас вернул. То есть он сбросил на 100 люксов. Ладно, поиграем, посмотрим, что он покажет нам. Правильно? Так, что у вас с сообщениями? Время уже пошло. Кстати, надо на зарядку поставить смартфон. У меня бюджетник. Ну и супер. Что, это смотря что считать бюджетником, да? Это зрители Вилса к тебе пришли. А, ты про... Нет, да я говорю, не знаю. Ну, вы рекламу по ОРТ же смотрели в детстве. Вот я уверен, что и Вилсу смотрят. Притом я его периодически смотрю. У меня вообще к нему нет никаких претензий. Я говорю, этот человек хотя бы не врет. А вот те, которые подделывают тесты, люди, которые делают вид, что они техноблогеры и такие все за правду, а сами обманывают других блогеров, которые надеются просто стибзить информацию, а там просто все вранье. В общем, как это все... Печально, но факт. Ну что, ваши ставки, он будет греться или нет? FPS уже прям печалится. Или глючит меня, или ему сейчас будет плохо. Да, уже плохо. Не должен он проседать так. Опа, кто-то здесь бегает. Так, надо ISO выставить пониже, чтобы вам получше было видно. Как у кого день прошел? Poco X6 Pro или X6 лучше? Для чего? Всегда уточняйте, для чего. Так, это раз, это два, прям в проеме там стою, неромантично.
Еще какой-то тип. Еще один бот. И еще один бот. Принес мне лут. Так, кстати, написал первый текст. Сказали, здорово все устроило. Там... Я понял. Не афишируй по возможности. С чего не устроит, Дмитрий? Все норм. Все ты верно делаешь. Ты даже не представляешь, насколько люди ленятся, и любой вид контента это норм. Мы еще с тобой поработаем, я надеюсь, на мана. Александр, в прошлый раз сказали, что давайте дождемся выхода Xiaomi 14. Пам-пам. По поводу чего вы? Выхода в плане чего? Опа, ёшки. Откуда? А вон он. Ну ладно. Что я в прошлый раз сказал, выхода Xiaomi 14. Ну, день, честно говоря, не очень ранга. Ну, вы, у вас есть интернет, вы можете писать, это уже хорошо. Во всем видите, старайтесь увидеть плюсики. Так, а к чему это все? К тому, что... Ага, меня тут вальнули, значит, надо туда лететь. Если у вас... English people. День ужасный, Galaxy AI. Ну, как-то... Какая-то у нас тусовка негативная собирается. Ну, ладно. Все пройдет. Несмотря на начато, жизнь прекрасна, пока живу. Я не понял по поводу Xiaomi 14. Да, я его куплю, тогда буду с ним по поводу него говорить. Xiaomi 14 Global. Куплю. 14 Ultra куплю. Global. Все куплю. Хорошо? Ничего не жду от нее. Так, мне кажется, что здесь какая-то залипаловая. Здесь вряд ли обычный тип. По скорости передвижения, да. Это был не бот. Ну и ладно. Сколько мы сыграли? 5 минут. Моя антиигра сегодня. Обычно мы так плохо... Я так плохо обычно не играю. Мы подольше живем обычно. Because I like ships. I think Black Flag the best in the line. Вынужден откланяться. Двойник, было приятно с тобой пообщаться. Смотрите, человек не устает и все равно гонит нам ботов. И что я сказал? Аналог 13 Pro в чем? Я говорю, Xiaomi, они такие... Для чего? У него какой-то супер съемки? Нет. Что у него было супер у 13 Pro? В отпуск Европа. Должен пригодиться низкоскоростной интернет через интегрированную симку. Ты имеешь в виду eSIM? Формулируй. Ну, хорошо, рассматривай. Xiaomi 13T Pro аналог Xiaomi 14 Pro. 13T Pro. Я с этими неймингами их. Samsung S24. Я говорю, Игорь, хорошо. Работать иногда тоже полезно. Когда ты можешь что-то рассматривать в 50 тысяч рублей, это может быть Samsung S23, Samsung S24. Это могут быть Xiaomi 13 глобалка. Это может быть много вообще всего. 13T надо было брать на распродаже, как это 13T Pro. Сейчас вообще не особо дико, по мне, не актуально рассматривать его.
по фотографированию этот Redmi или Poco X6 Pro? Ну, еще раз, подожди, я сейчас проверю, кстати. Я на него разве не скидывал примера фото? Если не скидывал, то каюсь. И сейчас скину. ТГ. Я скидывал. Выговор вам. Выговор. Я на все скинул. И на Honor Magic 6. Ну, вот так вот вы меня смотрите. Вот специально для вас, Алекс Крис, я скинул ссылку на Xiaomi 13T Pro. Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Глобалка. Вот специально вот по ссылке можете посмотреть фотографии. Там же вы можете найти Poco X6 Pro фотографии в тех же условиях и сравнить для себя. Вот. 5 секунд. Да, наишаля алерс проверю. А то у нас часто народ спрашивает что-то, но не говорит, что закинул. За закатом привет. War Thunder good to where too many ships, thanks. Нил, у тебя как записки сумасшедшего просто. Опа, не-не-не. Не забываем прожать лайк, все, кто пришли. Догоним 200 лайков, будет круто. Пока нас 159. Не, сегодня донатов нет. Так. Понеслась. Меня уже выкинули. На биолаборатории. Есть ли смысл прошлогодние с флагмана смотреть? На Тензоре вообще нет смысла ничего смотреть. Я бы себя так не расстраивал. Хотя, опять же, у вас может быть другой подход. Ну, серый кот нашел своего друга. Дмитрий Гордиенко. Ранга. Можете ждать вечно, что хотите, или выбрать, что хотите. Я, понимаете, вы у меня спрашиваете, вот есть у меня топы? Сейчас я обновлю топы. Когда обновлю топы, я смогу вам сказать, что по мне лучше. Хотя не вижу, если честно, смысл сейчас выгружать что-то. Может назвать среднего ценового сегмента топ? Народ требует топ, да? Или нет? Друзья, вы требуете топ или нет? Или можно без топов пока пережить? Наверное, пора уже делать. За первые полгода. Хотя прошло 2 месяца. Ну, можно на этот момент, правильно, на момент издания. Потом все равно будут более свежие. СХС-очка. Опа. Серьезно? Хорошо, что это был бот. Да, имею 416, он в помещении лупит. Ну вот FPS вы видите. То есть мы отыграли 12 минут, он уже FPS показывает 60. То есть ему уже плохо. Для кого этот смарт? 4К 60 FPS для съемки нету. Фотки, ну неплохие, но не сказать, что они какие-то бомбы. Так,
Ну что? Все, что мог, я залутал. Двенадцать минут — это вообще как-то печально. Короче, больше 30 минут смысла играть нет вообще никакого. X8. Выкинуть, 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 выкинуть. Специфичная тема. Т стоит своих денег на распродажу, да. Вот эти вот каких денег? Вот если вы собираетесь его в магазине покупать, нет. Я не знаю, где вы собираетесь его покупать. Мне потом 500 человек напишет, что Poco X6 стоит своих денег 18 тысяч на сейле. Не знаю. Poco X6 Pro 24 тысячи. Не мой прям выбор. На сейлах очень много чего, по моему мнению, стоит своих денег. О, ничего ж себе. О, X6. X6 всегда тема. Сначала отсюда уехать. Правильно. Ух ты, ёшки, как далеко бежать. Ну и ладно, пусть бежит. Не мне же бежать, да? Чему-то проседалово. Да, по eSIM можно интернет подключить бесплатно, но на низких скоростях. Может, в этой ценовой категории посмотришь, подскажешь? Так можешь посмотреть что-то из старых с eSIM на глобалке. Разве только у этого есть она? Я, кстати, купил карту захвата угриновскую для этого смарта, для этого фотика, который вы сейчас видите здесь по количеству FPS. И, в общем, не работает она, к сожалению. Скупой платит дважды. Надо будет Avermedia покупать. Нас стало значительно меньше. Отлично, человек устал. Всем огромное спасибо, что пришли. Огромное спасибо человеку, который устал нагонять мне ботов. А ботов еще нагоняют, чтобы потом жалобу закинуть. Ну, мне кажется, на что у нас здесь жалобы кидать? Да. Оптимизация здесь печаль. Но я говорю... 57 FPS. С другой стороны, опять же, мне потом скажут, что а почему ты не вспоминаешь Samsung S24 Ultra с 28 FPS? Потому что на стриме он показывал 90, а потом его допилили до 28, да? Ладно, пока играем, а потом посмотрим. Максимальное время записи смартфонов. Но у меня все записывает. Я, кстати, забываю говорить. Потому что надо было, кстати, S24 Ultra включить сейчас на... О, давайте сейчас включу. Не, не включу. У меня музыку проигрывает. Давайте S24 включу на запись. Но мне кажется, у него память раньше закончится, чем запись. Хотя, какая нам разница, да? 8К 30 FPS даже. Вот так. Мы не ищем легких путей. Вот пусть валяется здесь. Хорошо, будете мне напоминать, я буду это дело делать во время стримов. При вас тоже, в чехле еще. Ну-ну-ну-ну-ну, о, я молодец.
Лавировать. Да? Нормальные люди идут в город. Мы идем из города. Что нам надо искать? Что? Правильно. Дроп. Так, понеслась. Раз. Два. Раз, два. Четыре, пять. Can I speak Russian, guys? На каком процессоре этот смарт? 3200 Ultra MediaTek. 8200 Ultra. Цена Samsung и Xiaomi в разы хорошие отличаются. Перечитай свое сообщение и пойми, что я не могу тебе ответить не потому, что я не хочу, а потому, что я не понимаю его смысл. Ну вот, в телеге скидок на Али. Других я сейлов не знаю. На Ями те сейлы я уже давно не постил, потому что там ничего вообще нету. Я не знаю, почему они забили вообще болт на... Ну, или у них деньги кончились, или они просто занимались прокачкой своих каких-то других сервисов. Но они как-то не завлекают покупателей дополнительно. Мне кажется, что им ливануло после пожаров на ВБ и Озоне. И они типа и так выполнили план, ну и все. Потому что чисто людям негде было больше покупать. Ctrl-Shift-K combination. Чего? Моджо Pocket. Кто видел презентацию нового? Xiaomi 14 Ultra, который снимает 4К 320 FPS. Samsung S24 Ultra тоже снимает в 4К 120 FPS. И еще, по-моему, что там, 9RT, что у нас снимало еще в 4К 120 FPS? Да что ж такое, почему опять настройка? Опа. Машина там. До какой степени я косоглазый тип? Какой я косоглазый тип? Я его первым увидел. Он уже снимает 5 минут. Так. Выход. Давайте посмотрим через 20 минут, что он нам показал по яркости. Яркость он тоже сбросил. Ну, 400 люксов. Вот он, Dimensity. Сейчас скажете, вот ты опять гонишь на Dimensity, а вот у... Snapdragon Gen 3 у Samsung. Samsung всегда поганят процессора. На них нечего смотреть. Samsung for Galaxy. Этот, Snapdragon for Galaxy, да? OnePlus 9 Pro снимал 120 FPS. Насчет 10 Pro не помню. 10 Pro не снимал. Всем добрый вечер. Всем привет. Хотелось бы услышать в конце стрима вывод четкий и понятный. Ян, можете не смотреть тогда стрим, потому что четкий и понятный вывод будет только в основном обзоре, который будет завтра. Вот. Здесь выводы делаете сами, я при вас его гоняю.
Александр, а вы OnePlus 12 Global приобретали? Да. Но пока у меня определенного проблемы с доставкой этих устройств. Не всех. К сожалению, здесь, я говорю, я катал в Бангкок и... Ну, вообще, такие цены просто жесть. Просто вот для примера, Сонька, которая у нас 8128, стоит 28 тысяч рублей. Здесь стоит 39 6128. Ну, то есть какие-то прям такие ценники. А налишки у меня, считайте, из запаса. Это вот этот смартфон Redmi 13C, Magic 6, Magic 6 Pro. Rockfon 8 Pro, S23 Plus, S24 Plus. Сейчас я покупаю еще S24 Qualcomm-овский. Но вообще, я жду распродажи, уже есть что покупать. Разумеется, там всякие Meizu 21 Pro жду и вот эти вот все штуки. Xiaomi 14 Ultra, в глобалке все эти Xiaomi-шки. Все будет. Но будет потом. На S23 Ultra какой маркетинговый ход юзали? Да, не-не-не, серый код. Они еще и, мне кажется, хуже реализовывают процессор, чем он может работать. Это прям 100%. Poco X6 Global или Redmi Realme GT Neo 5 SE? X6 за 18. Да вы чего издеваетесь, Юра Савин? 18-19 тысяч Poco X6. Вы подождите ближайшая распродажа. Какие 24 штуки? Окститесь. Нельзя так покупать. Дорого. Все. Я вернулся. Приятный Universal. Ну, вообще, у меня, если честно, даже желание в Гену играть пропало. Вот смысл его юзать. Есть у вас такие же мысли на этот счет? Не забываем прожать лайк, все, кто пришел, не забываем подписаться. Специфический контент, который вполне возможно вам может потом понадобиться и который может быть вам полезен. Ёшки. А меня он поднимет? Может, наконец-то в скваде поиграю? А нет. Смотрите-ка. Вот так. Я так скажу, если хотите отличную оптимизацию производительности, то надо брать игровые смарты. Нет, за закатом. Можно просто брать айку. Можно просто брать айку. Конкретно о Genshin я говорю, что я не вижу смысла гонять этот смартфон в гении, если он не может даже PUBG вывести. Максим, ну давайте посмотрим. Еще 3 минуты я погоняю. Посмотрим, сколько он съест. Там надо дать время ему, чтобы он отдохнул. Там зарубы, конечно. Выжить еще 2 минуты. Да что ж такое? Вот сейчас сенсор чисто. Плохому танцору, да? Пошли вы в топку. Тебе скажут, что игровые режимы я не включал на максимум. Без разницы. У снапов у Galaxy еще немного повышены частоты. Реализация прям вообще ни о чем. У снапов. Самс снимает 8К уже 10 минут. Вообще не нагрелся.
серый кот, вот за это давайте я бан вам не дам, но на тоненького даже упоминать то, что у нас запрещено по закону, не надо. Это можно считать их пиаром. Так, чем бы дети не тешились, главное, чтобы они не попадались. И не дети тоже. Так, а что это такое у меня? Ой, ёшки. Вот у меня постоянно эта штука разлетается. But the way I play games. Ну, хорошо. Я не знаю, почему по гендерному признаку вы относитесь к игрушке. В игрушки могут все играть, так же, как по возрасту. Я гендера только два. Кто думает по-другому, вам не сюда. Прям. Хотя, опять же, мы это тоже не обсуждаем. Может, и сюда. Игры для всех равны, да? Да что ж такое-то? Специально убивать Gen 3 для того, чтобы процессоры были получше. Как-то глупо. Ну, они думают, что никто тестировать не будет. Будут тестировать только их блогеры. А народ не заметит. Понимаете? То есть вопрос-то в этом. И в каком-то смысле-то они правы. Основная масса-то не замечает. Да что ж такое-то, а? Не успел. Вот чем я занимаюсь, видите? Быстро. Нет. Магнит отрабатывает быстрее, чем я успеваю закинуть. Очень непродуманная игрушка. И невозможно ее собрать. Хотя я собрал последний раз. В общем, потом. Вот это лучше. Не забудьте подписаться на канал с колоколом. 30 минут он ровно отыграл. 81% было 93. То есть 12%. Он съел. Яркость восстановил. То есть у нас яркость восстанавливается, когда мы не играем. Не полностью, но почти полностью. То есть главное не играть, и все будет хорошо. Подождем, пока он восстановит яркость полностью, и тогда можно будет попытаться поиграть 15 минут в PUBG. Еще раз. 24% он ест. Я до такой степени привык, что они греются, что 40 градусов даже не заметил на тыльной части. И 40... Нет, там не было 43, это гон. Ну вот 40... Фронтальная часть. Кстати, кто знает, баллы на Алишке начисляются. Мне начисляются, только я их тратить не могу. У меня уже 8 тысяч там. Притом им не важно, что я блогер. Мне кажется, у них там сидит какой-то тип, который работает на Озон, ВБ, там Мегамаркет. И банит всех, кто покупает. То есть, если у вас есть деньги, и вы реально покупаете на этой платформе, Али вас банит. У меня уже третий аккаунт. Опять же, не у меня, я на кого-то их делаю. Кстати, кто знает баллы? Огромное спасибо, Юра Савин. За что? Вам спасибо, что пришли. Красава UA. Да в основном это наши стримы. Мало того, что информация полезная. Мне кажется, что в первую очередь для успокоения души. Говорю, максимальное безумие в океане. Максимально безумный островок в океане полного безумия. Но здесь еще больше безумия, потому что мы типа в домике. Не типа, а в домике. В домике мы тестируем девайсы. Darknet, да. Насколько охлад внешний менял ситуацию, когда тестил? На айфоне сильно, но все равно он в итоге сбрасывал. Сергей, серый кот, вообще никакой полезной нету. Мне кажется, они вообще не знают, что они сами делают. Но 4К 120 FPS
по мне снимает прям классно. А, Михаил ТВ, мне придется вас забанить в следующий раз. Мы не упоминаем банки тоже. Если я упоминаю какие-то платформы, я упомянул всех основных игроков. Это чуть другое. Вы сейчас все 20 банков надо... Тем более, какой-то Тинькофф банк, если там не Тинькофф уже. Хотя все это лирика. Названия все странные. Все эти бренды перестают быть брендами. 730, все. Можно включать Гену. Гену. Так, а что у нас с FPS-то? Надо, наверное, включить его опять. Так, сначала настройки вставляем, чтобы у нас показывало расширенные для разработчиков. Потребление энергии, старт, монитор. Геншин. Геншин. 15 минут буквально, хорошо? Потому что, во-первых, посмотрим, за какое время он загружается. Саня, все еще стою перед выбором. Я не пиарю старый Poco F5 смартфон, которому сколько... Когда его выпустили? Вот пишите мне сразу, чтобы вы сами понимали. Когда выпустили смартфон Poco F5? Моя любимая игра, серый кот. Realme GT нормальный брать на несколько лет каждый день? Нет. 23 секунды. Вы ощущаете? При том, что я вам скажу, что графику я поставил еще 60 FPS. А все остальное по рекомендашкам. 80%. И начинаем. Запомнили 80? Может даже 20 минут отыграем. По-бырому. Если меня не вынесут сразу. Отслеживает цель. Месяцев 9 назад. Так месяцев 9 назад или когда? Вот я ж попросил, напишите, когда выпустили. Так, куда? Тридцать семь FPS, 42. Ну, 60 он не держит вообще никак. Разумеется, 40. Интересно, когда он ниже 30 будет показывать. Ну, уже так тяжело сенсор реагирует. Лин-лин. Сколько информации. Так. Корабли. Так, и еще
чего дальше? Вернитесь, Клин. Беги туда, беги обратно. Мне больше симулятор доставщика The Death Stranding больше нравился. Он прям фильм был, да? Может, они и здесь сделают Death Stranding когда-нибудь? Может быть и нет. И есть. Я сам Samsung S23 для фото взял. Все. Еще раз. А, вот. 1200. Май 23-го. А сейчас какой год? То есть вы морально готовы приобретать смартфон, который, ну, которому почти год. Минус год поддержки. Для чего? Сорок градусов, 51 FPS показывает. Очень даже неплохо. 47, 57. Я думал, ему быстрее, а хуже станет. Доставщика было интереснее смотреть, чем Genshin, однозначно. Вообще игры с каким-то сюжетом интересная штука. А игры с сюжетом равно бесконечность довольно специфичная штука. Так, ну все. Нет? Живучий тип. Но медленный. Нам это и надо. Для того, чтобы протестить. Ей. Столько драмы, да? Победить их всех монстров. О, что здесь монстр есть? Давай, жгем. О, ничего ж себе, они плавать умеют? Они же не умеют плавать. Или умеют? О, они умеют плавать, а я нет. Я погиб. Ха-ха! Очуметь. Это эпичный фейл. Все, хорошо, понеслась. Есть хотя бы у нас много зарубок. Так. Эффект. Это что ж такое-то, а?
Что, серьезно? Я даже одного не завалил? Да и пошли во все. Тихо. Тихо. По одному. Залипли, аж 8 минут прошло. Точнее, я залип. Все, все, все. А, ничего не получилось. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Все, теперь. О, я молодец. О, отрубилась камера. Ну хотя бы микро живой. Сейчас я поменяю аккумулятор. Забыл подключить. Ну, залип. Главное, игруха работает. Да? Боты испугались черноты. А, может быть... 10 минут уже играем. Даже прогрелся, 60 FPS показывает, прикиньте. Это лабутень через день прям. Xiaomi 14 с расчетом, что можно получить бесплатный планшет. А, я не в курсе. Бесплатный шим бывает только... Ага, стоп. Я, кстати, я вижу камеру. Она получается... Ага, еще один аккумулятор севший. Почему севший аккумулятор? 5 секунд. Очень странно дела. Если я тот же аккумулятор... Сука. Вот, этот 100% показывает. Не критично. Саня, твое мнение о ценниках на новых Honor? Все отлично, я купил Honor 6 Pro за 80 тысяч, а Honor получается 6 за... Сейчас, 5 секунд. Я не понимаю, где... Вот, все. Honor 6 за 60, Honor 6 Pro, по-моему, за 80. Даже дешевле чуть-чуть. Что, 80 тысяч рублей это дорого? Глобалку я даже рассматривать не хочу. У них, мне кажется, говорю, очень сильно большая надежда на вот эти свои оноровские рекламные проекты. Типа они все расскажут. А насчет оноровских рекламных проектов можете посмотреть исходники на 6 Pro и 6 Pro Plus.
с двумя уже обновами. Я не знаю, в какой вселенной у DxO Mark первое место занимает Honor 6 Pro Magic, Honor Magic 6 Pro. Это можете мне написать, вот кто смотрел исходники. Чего VGR 14? Я не знаю, кто это такие. Но, скорее всего, я сейчас заблокирую вас. Happy Sunday, а вы не видите? А какие они еще новее? Honor Magic 6 и Magic 6 Pro, нет? Или вы еще знаете какие-то новее? А потом мне будут говорить, что в глобалке совсем другое. Глобалка от китайской версии чем отличается? Так, и чего мне? А, мне, наверное, наверх надо куда-то. Побеждать кого-то там. О, все. Мы пришли. Тихо. Не-не-не, мне надо вот сюда вас. Раз. Есть. Все. Опа. Да. Маски и остальные темы. Понеслась. И здесь еще. Это два. А здесь даже нет этих магиков. Так, еще останется три. Ага, все, как и должно было быть. Так, и... И остался один. Два, три. Говорит, Нил. Мама отправила спать домой, и все. Завтра в школу. Кто видел коллаборацию Lamborghini с Redmi? Мне интересно, кто имеющий, покупающий Lamborghini, хоть купит Redmi Note, Redmi K70 Pro. Это вообще теоретически возможно? О, все. Ну все.
тотема. И теперь телепорт. Да. Сюда. Так, а мы уже 17 минут так отыграли. А этот, кстати, уже 35 минут 8К снимает. И хоть бы что ему. С24. В чехле. В чехле хочу отметить. Есть, да, we always come for you. You live by on the rules of your family. Логинов, а что обязательно только владельцы Lamborghini должны покупать? Ну, а смысл? Ламбо это что? Это Louis Vuitton, это Hermes, это какие-то типы, которые занимаются дизайном? Понятно, у них есть собственный дизайн автомобилей. Ну, да. В моем понимании, да. Может, я не прав. Где Lambo и где Redmi? Да, Xiaomi, даже хейтить их особо с этих 14 ультра не стоит, потому что послезавтра они что сделают? Правильно, они сделают на нее адекватный ценник, увидите. Ну, мы и так это уже знаем. Они сейчас продадут первым фанатам, чтобы не выглядеть, типа, ну, мы такие вот с простыми ценниками. И, о, долетел же я. Почти. Ладно, окей. Еще 40 секунд и все. О, фризы начались прям люто. И тач не работал сейчас. Тач прям не работал. Так, зато вот с ним можно вот этот тип общаться будет классно. И вот эта тебе штука. Все, 20 минут ровно. Сейчас я этого типа завалю. По процентовке 73, было 80, да? Ну, то есть 21-22%. В принципе, он 45 FPS держит. Ну, серьезно, что ли, Леш? Идите его в топку. Короче. Тем, кто не сидит дома. И не отращивает, да? 650 люксов. Не так он сильно сбрасывает за 20 минут игры. Через сколько он сбросит люто, вопрос, но в принципе тащит. Тащит. Кот, за это бан тоже будет. Мы не обсуждаем политику. Хорошо там, где нас нет. Где Lambo, там Honor. Что там за заруба? The Blaze, там нет NFC. Телефон самостоятельное устройство. Так. Прошу вас еще раз, мы не обсуждаем... Улетят все навсегда. Кот. Я так подозреваю, вы юный зритель. Всем огромное спасибо, что пришли. Нет, кот, это все про политику. Почему? Потому что уровень жизни у меня, ну, вот как бы вам так мягко сказать.
Если у вас хорошая работа, либо достаточно вы комфортно живете с точки зрения финансов, вам будет как в Лондоне, так в Москве, так и в Вашингтоне, так и в Бангкоке или в Токио. Везде хорошо. А если у вас нет денег, вам везде будет плохо. Никаких уровень жизни. Знаете, в чем дело? У меня была знакомая, я так понимаю, в июне. Есть такое понятие уровень жизни, а есть жизненный уровень. Вот когда у вас уровень жизни позволит вам задумываться о жизненном уровне, у вас все хорошо. Когда вы начнете в своей голове разделять эти понятия и поймете. Да, в домике кот волшебно. Просто прокачивайте себя и домик, можете менять домики. Я в своей жизни 13 городов поменял. И я не скажу, что я где-то жил плохо. И стран много достаточно. Но, конечно, нет, страны плохие есть. Из тех, что вы перечислили, я ни одну плохой не назову. А всем огромное спасибо, что пришли. Вот. Вот как раз, кстати, по поводу тяжелых стран. В Ханое, во Вьетнаме был я, и у меня не было никаких ограничений по средствам вообще. То есть вообще. И вот там плохо. Максим, я не философ, мне просто 40. Вот. Всем великолепного дня. Вот Samsung S24, 42 минуты у нас уже снимает 8К 30 FPS. Кстати, обработал моментально. Файл у нас 25 гигабайт. И я надеюсь, что я удовлетворил чье-то любопытство. Кстати, почему-то у меня камера отвалилась. Почему у меня теперь эта камера отвалилась? Ну что это за лабутень? Не понос так? Вот. 8К, 25 гигабайт. Всем огромное спасибо, что пришли. В принципе, я думаю, что вы уже поняли, что с девайсом. Не забываем прожать лайк, не забываем написать в комментах. Саня, продолжай. Я понимаю, что вы можете посмотреть это дело через неделю. Но если вам важен и интересен такой контент, я должен об этом знать. Я не про себя, я про контент. А я как ваш подсобный рабочий, которому вы позволяете вашу работу, а работа по проверке девайса, который вам интересен, делать мне. И больше у вас дурачков таких нет, в таких объемах ее делать. Поэтому поощряйте меня. А прожарка Honor через день. Давайте Honor Magic 6 через день. Послезавтра давайте. Может, через 2 дня. Но я думаю, послезавтра. Пока я настроен на послезавтра, на среду. Давайте говорить всем до свидания. Денис, Александр, Руслан, Хэппи, Александр Феникс, Юра, Дрим, Орешек, Максим, Шевцов, Даркнет, Хэппи, Ян Чаузов, Кот Серый, Катавася, сыну моему Нилу, спасибо тоже. Меньше спама, сын. Константин очень интересен. И все, в принципе. Дукат, ты все еще с нами. Очень приятно. Надеюсь, у вас там тепло. Дмитрий, Константин, Красава, Никита, Александр Павлов, Жужу, Жибжу. И Тенсен буду брать, ждать. Тенсен тоже жди. Покеда. Да, Y100. А, да, Y700 же надо погонять еще. Все будет в огне. Рэй Фокс, всем добра, Universal, огромное спасибо, что контролировал нас тут.